Доброе утро! Мы все продолжаем ехать. Едем и едем. И когда-то едем, тогда снова поедем. Вот как это говорится. В общем, сейчас едем, тишина такая. И Диксон начинает говорить «Баба Алис». И мы такие прям скоро на мушки, на макушке навострили. Что за баба Алис? Я же Олеся, но они меня зовут Алиса. Баба, не понимаю. А это, оказывается, трасса, вот, по которой мы сейчас едем, называется Баба Алис. Так было немножечко смешно. Но скоро мы уже доедем. Ну и потом снова опять поедем, да? Вот, доброе утро всем. Ну, мы уже подъезжаем к нашей конечной точке. Осталось там 40 километров. Вот, смотрите, ребята. Мам СМИ вообще выручает в каждой стране, на самом деле. Вот. 40 километров осталось, полчаса. Скоро будем уже на месте. В таборе уже. Ну и заселяемся, естественно, в отель. Потому что тут остаемся еще. И смотрите, вот такой номер. Очень интересный. Вот тут душ, ну все как положено. Это номер Карена. Все чистенько, аккуратненько. Набор для чая, кофе. Дай ключ, возьми себе. Ага. И смотрите, тут что есть. Видали? Прямо огромный камень встроен в интерьер самого номера. Очень круто. Прям очень бомбически. Ну, кровать, вентилятор, если вдруг сильно жарко. Если совсем жарко, то кондиционер. Кресло, где можно читать книжку под ночником. И балкон, где можно покурить вот с таким видом на сад. Смотрите, какая красота. Вообще красотища. Красотовишна. Тут можно даже полежать, посидеть. Ну, не знаю. Раз-раз и все. Вот, сейчас покажу номер свой. Там тоже есть определенная особенность. Номера между собой не похожи. Сейчас я заберу это... барахло свое. Он там пишет Wi-Fi. Есть холодильник, кстати. Но это выход вот. Вот так вот. Тут человек работает. Это мой номер. Ванна. Смотрите, какая крутяк вообще. Прямо крутяк. Ну, туалет тут все понятно. Но ванна это прямо, да. Так, далее. Я как девочка-принцесса. Девчачий номер у меня такой с балдахином. И самое, что круто, вот эти огромные окна панорамные. То есть мне вечно мало света. И сейчас я все это раздерну, чтобы было много света. Ну, телевизор, кровать, все понятно. С дыркой, правда, немножко. Ну, ладно. Я не придираюсь. Кресло, где можно посидеть, посмотреть на звезды. И вот такой, ой, балкончик. А? Также столик, стулик, столик, стулик. Тоже немножечко тут сада у меня, но уже более светлее. И вот эти пушистики тоже у меня тут, видите, цветут. Забыла, как этот цветок называется. Лианой. Монстера, да, вроде бы монстера. В общем, мне очень нравится, очень-очень балдахин. Ну, такой девчачий номер. Угу. Так, отлично. Есть тут еще холодильник. Нам сейчас надо убрать вот эти аккумуляторы для холода в морозилку. Мы, потому что все охлаждаем с помощью их. Смотрите, какое дерево. Акация. Как букет цветов прямо. А если вот так вот подальше отойти? Ой, блин, вообще красота. Фу, красотовишная. Глянь, даже в камеру не лазит. Красота.
Я, конечно, вообще дико извиняюсь за съемку всей этой природы, но как мимо вот такой красоты же пройти, а? Подскажите мне, товарищи, это же насколько... Тут запах стоит такой, не представляете, причем это какое-то посленовое растение. Маленький тут даже типа помидорок висит. Как мимо вот такой красоты пройти, а? Не знаю я. Вот и я не знаю. Ой. Вот опять эти пушистики. Видали? Пушистики. Они пушистые такие веточки. Цветочки. Веточки, цветочки. То, что растет у нас в горшках, особенно в офисах. Все зеленое, цветет, все красивенько. Этот зоопарк недавно открыли, все это вот свидетельствует об этом, видите, стройка идет, делают входную группу, потому что он же был долгое время закрыт. Он живой, смотрите, господи, Карен, он живой. Ой, я ведь это думала, ого. Короче, смотри, это не зоопарк. Это, да. Тава. Тава. Тава, вот сними эмблему. Ага, а я снимаю уже. Да. Вот, да, тут все свидетельствует о том, что вот недавно начали делать эту входную группу, потому что было закрыто все это долгое время. И когда животных сюда перевезли, потому что их некуда было везти. Господи, он живой ведь стоит, смотрите какой. Ой-ой-ой, я ведь думала, какая-то скульптура. И куда их было разместить? И вот поэтому перевезли их сюда. Поэтому в срочном порядке делают ремонт. Новый вот этот вот, как объяснить-то, баннер. Тава. Мы потом переведем, что это обозначает. И тут вот косулята, павлинчики. Антилопка, это вот из того, из Килиманджаро. Зебры, красавчик. Симбулечка. Толстячок сидит, красавчик. Улица уже темень такая, смотрите, вообще ничего не видно. Я с фонарем, но ничего не видно. И мы идем к симбуле, к моему лопатуле. Пока были на этой встрече, ну, стемнело, тут же быстро темнеет. Поэтому, ну, там у Симбы есть свет, сейчас свет включат. И мы увидим Симбу, я прямо вот уже, пески на колесках у меня. Чита. Да, мур-мур-мур какая, мур-мур. Мы с ней не знакомы еще. Это чита, чита-гита. Это тот гепард, который попал в ролик НТВ. Да, 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 красавчик. 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 Ой, какой мурлычет. Ты красавчик. Мурлычет. Да, да, да. Ой, ты моя лапочка. Ай, это где-то девочка такая, мальчик. Или кто ты у нас там? Мальчик. Мальчик, красавчик. Дай сейчас. Красавчик. Он поправился, кстати, там худее был. Да? Да. Тут животик есть, осторожно. Тут лягушка еще сидит. Темно, просидели на встрече. Фактически они одинаковые размеры. Это Илья. Да. Что такое? Что такое, да? Симба? Симба. Симбулька. Да. Ты мой маленький. Симба. Папа узнал. Симба. Симбочка-малышка.
Иди ко мне, иди. Ну, что такое? Ой, ты мой красавец. Какой большой стал. Мама, любимый лев. Кто мой самый любимый лев? Это Симба, мой самый любимый лев. Да, больше всех тебя люблю я. Больше всех. Мой мальчик. Завтра утром я к тебе приду и буду с тобой. Ладно? Видишь, нас сегодня задержали дядечки. Пузико такое мягонькое у тебя. Все, урвелась я, блин. Больше всех тебя люблю. Ушки, ушки мои. Ушки, ушки мои. Ты спать хочешь, глазки спят, да. Да мой, мой мальчик, мой самый любимый. Да где, где, где вот эти щечки, щечки мои. Щечки, щечки мои, да глаза, глаза мои. Завтра я к тебе придумаю хороший, ладно? Нацелуемся, наобнимаемся. Самый мой любимый мальчик. Толстенький ты такой стал у меня. Вообще, толстячок прямо. Нет, не толстячок, хочешь сказать? Ты толстячок. Еще какой толстячок. Давай до завтра. Спокойной ночи, моя любовь. Завтра я к тебе приду. Ладно? Мой самый красивый мальчик. Да, да.